Это невероятная история, похожая на сказку. Началась 13 апреля 1984 года, когда ученик 6 класса В 20-й московской школы Коля Герасимов, который шел в магазин за кефиром, встретил своего одноклассника Фиму Королева. Фима делится с Колей тайной. Одна загадочная незнакомка скрывается в выселенном и заколоченном доме. Тайну надо раскрыть. Коля с Фимой отправляются вслед за незнакомкой. К их удивлению, в доме никого нет. Собираясь уходить, Коля замечает лестницу в подвал. В подвале обнаруживается машина времени. Но Коля, не подозревая, что эта машина времени, легкомысленно включает ее, что приводит к драматическим последствиям. Отсюда следует сделать вывод. Если вы нашли в подвале машину времени, никогда не включайте ее без разрешения взрослых. Коля оказывается в будущем, где встречает доброго, романтически настроенного робота Вертера, который служит в Институте времени. Вертер открывает Коле глаза, объяснив, что тот попал в самый конец 21 века. А таинственная незнакомка — сотрудница Института времени Полина, специалист по 20 веку. Пользуясь добротой робота, Коля просит хоть одним глазком взглянуть на будущее и побывать на космодроме. Если бы Коля мог предположить, что его поступок послужит толчком к невероятным происшествиям, он бы, наверное, поспешил домой. Но Коля ничего не предполагает и отправляется встречать звездную экспедицию. Вот здесь все записано. 18 контейнеров с Плутона, 600 килограммов алмазов. Где это все? И потом, почему в служебном помещении посторонние? Где? Ну как где? Вот. Дедушка Павел, я ничего не понимаю, кто это такие? Один из них в вас превратился. Коля, они искали Селезнева. У Селезнева мелофон. Конечно же, им нужен мелофон. Я слишком поздно догадался, это пираты. Спеши скорее в Космозо. Найди Алису и мелофон. Не беспокойтесь. Я их найду. Алисе грозит опасность. Я их обязательно найду. Скорее. Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний.
красе. Слышу голос и манящая дорога. Кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока в прекрасное далеко, в прекрасное далеко я начинаю путь. Слышу голос из прекрасного далека. Он зовет меня не в райские края. Слышу голос, голос спрашивает строго. А сегодня что для завтра сделал я? Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока в прекрасное далеко, в прекрасное далеко я начинаю путь. Беги в свое время, я их задержу. Вертер, а ты? Не теряй времени,
Иди. Thank you.